Так, еще хотел немножко заснять. Made in Jim, Сибревкома улица. Вот они, эти три башни. То есть, если в Америке были башни-близнецы, то здесь у нас три башни. И это какой-то большой бизнес-центр, причем государственный, насколько я понимаю. Там, видимо, сдают площади. Здесь вот расстраивают прямо все. Куча вот этих красивых, на самом деле, домишки вот эти вот. И вон там он тоже. Прям здесь все застроили так многоэтажками, я не знаю. Интересное кино. Так. Вот такой вот мост. Я, в самом деле, 1000 лет здесь не был, поэтому мне прям даже интересно, так вот придешь и как турист такой ходишь. А вон она, это наши близнецы, вон они. Я однажды был наверху, этом тоже бизнес-центр, по-моему, там компания располагалась, на собеседование приезжал. Но она, наверное, сейчас тоже там располагается. В общем, видок, конечно, здесь суперский, слушайте. Прям так интересно. Чего она не настраивается-то? Угу. И дымок такой идет вдалеке. В общем, как-то вот так вот. Сейчас немножко пройду, чтобы не останавливать. Чтобы цельное видео было. Издалека сниму, что получается. Ну, прям какой-то здесь интересный район. Район небоскребов. Это, в самом деле, практически центр Новосибирска. Или начало центра Новосибирска. Можно сказать так. Сам Новосибирск, сам центр, он сзади. С театром оперных балетов. Вот такая вот картина. Кто-то прыгает с трамплина. Так. Ладно. Здесь вот более старые дома в той стороне. А здесь вот такой вот центр открывается. И вот такие вот дома рядом с этим центром. Это, как я понимаю, заселяется вот этот дом. Там некоторые квартиры заселены. Вот еще какие-то новые дома. Там куча магазинов уже снизу. Ну как-то вот так.